СБУ выявило еще одну попытку завербовать гражданина Украины для сотрудничества с террористами незаконной ДНР. Представитель международной гуманитарной организации, которая работает на подконтрольной Украине территории Луганщины, по собственным делам ехал на оккупированную территорию Донеччины. После пересечения линии разграничения его задержали боевики бандитской ДНР, обвинили в шпионаже и склоняли к негласному сотрудничеству с псевдослужбами. После физического и психологического насилия его отпустили. Мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, где его выявили сотрудники СБУ. Под физическим насилием я в целях личной безопасности должен был подписать подписку о добровольном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами ДНР, что было мной и совершено, потому что я переживал за свою жизнь и здоровье. Служба безопасности Украины напоминает, государственная измена наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. Вместе с тем, гражданин Украины, который не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о том, не будет уголовно наказан.